Севастопольские спасатели подняли со дня Эгильзовой бухты в районе мыса Фиолент 511 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства. Взрывоопасные предметы были обнаружены в акватории во время очередного этапа разминирования 9 июля. Поднятые со дня боеприпасы доставили на берег, погрузили на борт спецтехники и перевезли на полигон МЧС. В тот же день при помощи подразделений Черноморского флота все 511 взрывоопасных предметов были уничтожены. Крупнейшим из них оказался артиллерийский снаряд калибром 180 мм. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Севастополю, все процедуры прошли штатно. Ущерб населению или инфраструктуре нанесен не был. Представители чрезвычайного ведомства также отметили, что это уже не первая опасная находка на дне бухты Гильзовой. В бухте Гильзовой запланировано для очистки акватории 20 гектар. В общем, да. На данном этапе мы находимся около 2 гектар. И с этих 2 гектар поднято и уничтожено более 800 взрывоопасных предметов.